специальная ГГ. Так, что там, Сид, говоришь? 6, 8 АП LJD 9. Это была маска, насколько я понимаю, это был хардмод, да? Да, это, конечно, топ, серый начинать. Серый на скорострельный 17, на Magic Mushroom и на защиту от взрывов. Класс. Топовый сит, надо признать, кстати говоря, Флат, реально топовый. Так, а здесь у нас что? Слушай, Флат, блин, надо было в очках посоревноваться еще. Вот что я подумал. Ты случайно не засек, сколько у тебя очков получилось? Или итоговых? Или простых очков? Оу. Оу. Так. Ну, кусок шерсти гапит, конечно, топчик. Но я на этом полу вообще не увидел пауков. Совсем причем. Ладно. Еще и один из трех гапи на серу сразу. Хороший зит, хороший. Так, ключей у меня нет только. Угу. Ключиков не завезли. Зато мне писки сейчас отталкивают весьма неплохо. Вот эти вот рыбки, они позволяют даже... Они как гвозди действуют, да? Они позволяют серии отталкивать врагов. Глюч. Отлично. Я еще даже не... Серьезно? Ни хрена себе. Окей, долгий ран у тебя. О, да 100, но нет. Такое не ролится. Надо уважать все-таки такой билд. Да стоит, конечно, хорошо, но такое не должно ролиться. Ну его нафиг. Да что нельзя заменить с помощью D6. А вот это для меня новые новости. Новости новые. Кстати говоря, а чё бы нет? Дай мне шарплак, конечно. Я смогу совершенно спокойно, то есть вот так вот, пробел. За счет двух сердечек я смогу заряжать теперь артефакт на пробел. Фишка в том, что шарплак не будет работать, если хоть одна ячейка зарядки у вас уже есть. А если у вас артефакт именно пустой, то шарплак работает весьма неплохо причем. Два сердца ценой и, собственно, у тебя полностью заряженный артефакт. Долли пойдет. Почему нет? Более чем пойдет. Окей, погнали дальше. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту. Такс. Ищем. Я, кстати, удивлен, что еще D6 дали. У меня на какой-то миг возникла мысль, что это не маска, а первый персонаж. Просто с большим количеством лотусов. Но потом я понял, что это маска просто, которую вкатила в D6 еще. Что весьма удивительно. Так. Оп. Ты, кстати говоря, Флат, ты ж заходил в этот... в проклятую комнату. Ты брал кусок шерсти гапи или нет? Так. Мне просто интересно, насколько у нас с тобой будет разняться... Будет прохождение разниться. Батарейка пускай будет, двойная зарядка, собственно, это неплохо. Вот, двойная зарядка D6 нашего. Сейчас мне надо как можно быстрее, даже не в сокровищницу, нет, мне надо на сделку как можно быстрее. Потому что у меня два заряженных D6, которых я смогу на сделке использовать, чтобы эту сделку поменять. Зуб монстра нет. Я без него прекрасно переживу. Хотя, здесь есть батарейка. Во, молоко, молоко это прикольно иногда. Когда по мне попадут, молоко разольется, что даст мне еще больше скорострельности. Ай, это найс. Так, вот она, собственно, сделка. Когда я убью босса, у меня артефакт D6 зарядится, собственно, как раз на два раза. Да, все четко. Монстру! Тут главное все серые сердца не потерять, и все будет хорошо. А ты так далеко не можешь, не-не-не-не-не-не, слабак. Так, ну чё, ожерелье хрень, ну-ка. Хрень полнейшая, так. Сэгдаггер, да. Тушьевы нет, тушьевы, о, косы, найс. Ещё и Dark Matter.
То ж Евы просто сделают зарядку очень-очень долгой, и на серву это, к сожалению, очень хреново повлияет. А вот косу это топ. Косу это увеличение урончика тоже. Я сейчас везде заходил, не на очки же начинал играть. А, ну правильно. Я этого, ну то есть, ну так же и надо. Чтобы не на очки, а чтобы вот прям вообще пройти. Чтобы пройти с большой буквы П. Вот. Чтоб всем П, как пройти. Так, Сэгдагер, спасибо. Давай, мне надо проходить. Когда я пройду, мне до 6 зарядится, я смогу поменять ожерелье, которое мне нахрен не надо. На что-нибудь, что мне нахрен надо. Вот. Оп. Дай. Найс. А самое главное, что есть косу. Косы это прикольно. Так, Дэши заряжен. Найс. И, собственно, сейчас уже можно пройти и обменять ожерелье. Возможно, что-нибудь даже полезное. А может быть и не очень. А может быть корова. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Оп, завтрак, нормально. Чуть-чуть до магии, а самое главное плюс хп. Потому что мне надо плюс хп. Такс. Фыр. Так, на всякий у нас есть батарейка с самого начала. О ней главное не забыть до конца этого этажа. Батарейка, ай, жопа. Курса мазовая, окей. Cursed Maze, да. Курса мазовая, это хрень полнейшая. Не очень приятная. Так, это Roid Rage или эксперимент? Это Roid Rage, по-моему, да? Roid Rage. Найс. Это намного больше скорости. Блин, за одну бомбу 4 монетки. Отдавай. Такс. Я одно уверен, знаешь, в чем флаж? Что я буду получать урона больше, чем ты. Но мне интересно потом вот итоговые очки сравнить, когда ты играешь для прохождения, а не для очков. И я вот играю, как я могу. Вот. И потом сравнить очки, собственно, которые получится. А ты же еще быстрее меня, блин, играешь. Ты наверняка на босс раш сходил. А я, наверное, его пропущу. Потому что я медленный, шо пипец. Не на очки играем, но все равно интересно. О, паутек, блин. Фырь. Долбанная батарейка, которая стояла на пути. Фырь. Так, стоп. Там есть еще... Та-ра-та-та-та. Спидбол. И спидбол, наверное, все-таки стоит взять. Оу, а может и не стоит брать спидбол. Я вот только что получил на халяву. Нахрена мне здесь еще один спидбол тогда? Да, он мне нафиг не нужен. Так, а еще разок. D4. Заманчиво, но нет. Такс, монетка, ок. Здесь больше ничего не будет. Сейчас посмотрим. Я думаю, я успею еще на одну зарядить D6 и посмотреть, что там еще будет в магазине. Ну, почти успел, блин. Почти полностью заряженный D6. Компас. Где мне взять две монетки? А негде. Муа-муа. Жаль. Ладно, погнали дальше. Ей, хаш в обычной комнате. Что? Второй раз подряд? Ни хрена себе. То есть, ты через сундук пошел, я так подозреваю, да? В сундуке надо будет быть очень осторожным. Хотя, с другой стороны, я же могу через Даркруму пройти, правильно? Хотя не факт, что Даркрум будет легче. Вот в данный момент, на данном билде. Знаете, что хочу? Уголь хочу. Сильно хочу уголь себе. Так, Rotten Baby, на самом деле мне нафиг не нужен, честно говоря. Corrupt Attack, найс. Так, и Robo Baby, так же как и Rotten Baby, мне тоже нафиг не нужен. Так, это тупик. Нет. Успел. А у меня же защита взрыв, о чем я вообще?
Бомби меня 5 минут. Вообще пофиг будет. Так, заряжено. Прокладка. Эх. Даже где-то... Эх. Поэтому нет. Мне еще надо дважды зарядить перед сделкой. Ох. Блин. Если батарейка не выпадет, то это будет очень сложно сделать, честно говоря. Дай мне батарейку, батарейка. Так. Оп. Кучно, кучно. Ага. Это, блин, а это сундучная рума, либо дайс. Это сундучная рума, окей. Так, что мне даст сундучная рума? Пилюлькины, пилюлькины. Что за пилюльки? Перпс, окей. И локдаун, блин. Обидно. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Мне надо быстрее на босса узнать, есть ли у меня здесь сделка на халяву. И если нет, то использовать Corruption Act. Почему бы и нет? Возможно, мне даже попадется Крампус, а с Крампуса, возможно, мне даже попадется на его бесполезная башка. А? Угель. Оу, вау, 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 тихо, тихо, тихо. Начало не очень какое-то. Есть сделка, отлично. На халявную сделку. Оу, пакт, почему бы и нет. Не вижу ни одной причины, почему бы не взять пакт. Range up, окей, дальше. Def, о. А давай. Я возьму себе good head. И на следующем этаже я сразу пойду на сделку, чтобы сразу узнать, что там, а не проходить весь этаж. Но теперь абсолютно каждый этаж у меня будет возможность получить сделку с дьяволом. Это весьма неплохо. Правда, хп нет ни хрена, это плохо. Но каждый этаж возможность получить сделку... Каждый этаж возможность получить сделку, это очень хорошо. Было бы хп на эти сделки. Угу. Так. Что у нас тут? Камикака! Вот мне только за отсутствием хп камикадзе. Угу. Самое, блин, оно. А что такое? Еще один корабль-то так, ни хрена себе. Малага, накей, гапи для бедных. Возможно, меня будет спасать. Возможно. Не факт, но может быть. А здесь у нас что? Завтрак! Ура! Плюс КПшка, привет! Так, бум, удвоение бомб. Плюс КПшка, это ж, блин, полезно. Так, в итоге у меня остается там прокладка, да? Если я только не потрачу сейчас 2 хп свои. Я же идиот, правильно? О, Стивен, окей. Я ж идиот, я ж могу. Я ж такой. Так, сейфти кап нет. Лучше уж раз таки. Жалко полета нет, блин, без полета тяжко. Сильно тяжко. Так, валим отсюда. Шаг, та комната еще двойная. Он меня в другой половине комнаты зажал, и я пройти не могу, нифига себе. А гифки БТТВ видны? Видны, если ты их поставишь в настройках. И всем привет. Здорово, РПГ. Но по мне, артефакт, который нужно держать, не слишком удобный, особенно если твой билд накрывает лицо. А, так это забей. Это хрень, это приходящая. Караб, ты так. Крампус. Крампус, мне не нужна твоя башка безмозглая, дай, пожалуйста, мне... Оп. Уголь, найс. Хорош. Вот, уголь я, собственно, получил. Фетус, нет. Фетус серый работает. Я больше скажу, фетус серый стакается. И когда я попытаюсь зарядить серу себе, я убью себя своими же бомбами. Я прекрасно помню эту комбинацию. Спасибо, не надо. Ать. Скепелар. В моем случае может оказаться весьма неплохим, подспорьем. Собственно, когда у меня останется половина красного сердечка, раз в комнату мне будет даваться серое сердце. То есть вот дается серое сердце, в следующей комнате у тебя кто-нибудь серое сердце отнимает, остается половина красного сердца, ты отёк, снова получаешь серое сердце и так далее. Скепелар — это отличный защитный артефакт, честно говоря.
Просто великолепно. Главное, больше одного раза в комнату урон не получить, и все будет хорошо. Ну, точнее, больше серого сердца в комнату не спустить. И тогда все будет хорошо. Иначе все равно все будет очень плохо. Такс. Брекфаст! Брекфаст — это хорошо. Дай мне всего и по чуть-чуть. А тёп... О, бесконечная бомба. Прикольненько. Ту. Так, нет, давай до конца вверх я сначала изучу. Тут. 48-hour energy. Nice. Если что, зарядка у меня еще здесь будет. И это не может не радовать. Ай, блин, тупанул. Не, ну раз тупанул, оп. Получил серое сердечко на халяву. Потому что скепеллер классный. А, так, чё это, привет, Шак и привет, Шакерончик. Здорово, Тума. Черное сердце не взял, оно за этими, за камнями же было, я не мог его взять. У меня полета-то нет. Поэтому черное сердце я взять не мог. Не надо тут фейспалмить. Фейспалм от того, что ты это не заметил. Тебе мой, лично. Так, кусок мяса, орбиталка пойдет. Чё у нас здесь? А, здесь Крампус был, точно. Бибип. Такс, жопа. Не, ну давай еще раз, чего уж там. У меня на Скепеллер какое-то время ломание гридмода было основано. Те, кто помнит это времена, эти времена, ломание гридмода Скепеллером, вот там было действительно по фанчику. Нет. 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 Оп, Синтол, привет. Синтончик, это хорошо. Я стал наркоменом. О, стоп-вотч, найс. Стоп-вотч, это тоже весьма-весьма круто. Эксперимент Ultrutant мне уже нафиг не нужен. PHD, надо будет PHD попробовать взять. Не хочется плохих пилюлей к себе больше получать. Хочется только правильные пилюльки. Так, теперь наверх, наверх, на сюда. Оп. Хм. Не, блин, Флат реально хороший сид. Он прикольный. Приятно играться с Серой с самого начала. 100 лет уже с Серой не играл. Не, ну бей меня тогда, давай, вот. Муха какая-то левая. Окей. Пускай муха будет. В конце концов стану Lord of the Flies и сумею летать. Если я наконец-то муху еще одну найду. То есть я поэтому не заролил. Мне всего одна муха осталась, и тогда я смогу летать. Как повелитель мух. Lord of the Flies. Хм. В магазине такого не было. Ах ты жопа. Так, есть обо что убиться? Нет пока? Ну ладно. О, почти починилась, Флат. Шака, будут ли стримы по играм, такие как Тропика 5 или SimCity 5? А, нет. По SimCity был уже стрим, играли уже. А, Тропика нет, не зашла. Я сошел с ума, я решил взять комплект, посвященный 25-летию игры Цивы за почти 6к. С доставкой из США, но я большой фанат Цивы. Ну, я тебя тогда могу поздравить, РПГ, в принципе, неплохо. Сопливая малета. Да, свой лотпэд не... Почему? Эх, сопливая, лах. Шипы и выход из комнаты, да. Это да, так ломается игра. Ать, оп, ать. Так, монетки. Мне бы урон, блин, обо что-то получить. Спасибо. Так, теперь можно отхилиться красным сердечком. Собственно, все. Снова хпшка есть. Вот это будет делать намного сложнее, когда я буду в утробе. Вот в утробе, да, в утробе будет задница полная. Спасибо за ключи. Так. Воу! Толстяки прыгуны, мать вашу. Так, ать. Оп. Так, лучше спать. Ох ты, ни хрена себе!
Я не знал, что такой эффект монетки оказывают. Вау. Я не знаю, откуда такое столько монет золотого сердца дропнулось. Но это было прикольно. Я теперь могу хоть весь магазин скупить. И не подавиться даже. Угу. Найс, мне понравилось. Так, а вот, собственно, и босс. Какой этаж? Второй. Колс 2. Это уже мамо. Я даже на босс-рош успеваю, но я боюсь, что я на босс-рош сдохну. Учитывая количество моих хп. Поэтому на босс-рош я, наверное, все-таки не пойду. Малаган. Не, не Малаган, это с Католем. Но оно мне нафиг не надо. Что за карта? Мистери. О, бланк-карта. Блин, надо было мистери тогда на бланк-карту использовать. Не. Бланк-карта мне сейчас будет не нужна. Так. Вирус, да. Да. Вирус это сейчас плюс хп в исполнении 2 хп. И, собственно, вирус. Что весьма неплохо. Heals come first. Not bad, но не сейчас. Тогда я батарейку возьму. Карта. Хорош. Карта понадобится, да. Так, дальше. Мне нужна моя сокровищница. Ай. Протупил немного. И потерял хп, которое мне очень надо было. Немного фейль. Может тут хпшка будет? Будет, но красная. Может здесь хпшка будет, кстати говоря. Ага. $3 купер. О, найс, трактор бим, это хорошо. Хотя, блин, это хорошо для обычных выстрелов, да. Что-то я привык, что трактор бим я очень люблю брать. Но как-то я не подумал, что для серы он ни горячо, ни холодно не делает. Потому что это сера. Вот. Так, дай. Больше монет. Сколько монеток. А учитывая, что у меня фальшивый пенни есть, я еще больше монет с этого получаю. Это вообще прикольно, забей. Так, а, нет, смотри, в магазине... А, нет, в магазине было, это ключная комната. Ну-ка, сундучная или... Рерол, 3. Что делает... Оу, лазер еще один на себя. Нет, токсик шок прикольный, а вот технологии... Ну давай, чё бы нет. У меня теперь вокруг серы технология, которая повышает ей урон еще больше. Так, что такое третья комната? 45 760. Я тебя никогда в жизни не догоню. Вообще никогда. Я тебя поздравляю, Влад, ты выиграл. Так, это авторбелс без модов? Нет, это авторбелс с модами. Да, Влад, задрот. Меняет предмет, находящийся на данном этаже, в том числе сундуки, брелоки. Это D20 на этаж. Пойдет. Так, что у нас будет за D20 за этаж? Монетка, спасибо. Так, тут сердечко было, теперь бомба. Так, здесь сундук был, теперь закрыт, а? Там карта была, лень туда идти. Здесь не было ни хрена. Зато хрена было в магазине. Ничего интересного. О, опции. Пойдет. Оп, плюс хп. Да, на босс-раш я уже вообще никак не успею. Влад, ты проходил босс-раш Хаша? Или нет? Скажи-ка мне, пожалуйста. Ауч. Вот жопа, а. Мне по жопе ударило. Так, а давай попробую по темноте теперь пройтись. Если ты пошел через верх, я попробую пройтись через низ. Левиафан. Есть. И полет от спектральные слезы. Есть. Спектральные слезы на самом деле минимум, потому что у меня сера. Самое главное, что это полет. Естественно, проходил, сейчас спрашиваешь. Но я в тебе не сомневался. Не, я на самом деле, я понимаю, что я... Ну, мне на самом деле это слабо. Поэтому, я так понимаю, что ты даже все комнаты проходил. И закончил на мега-сатане, когда ты убил босса. Но я сейчас буду проходить именно... Именно как я обычно прохожу. То есть, как я обычно прохожу. Как полное дно, не про очки, все дела там. Просто проходя игру. Потому что я не хочу зачищать утробу. Я очень не люблю утробу.
Ладно, я слишком не люблю утробу, чтобы ее защищать. Но походу я прошел долбанную сайдрум. Бланк руна, окей. Такс. Оп. Так, а где тогда будет мать? Ай. Наверное, наверху. Я ошибаюсь, да? Так, здесь должна быть секретка. Она просто обязана быть здесь. Спасибо. О, четвертак, прикольно. Если я попаду на хаша, то мне эти деньги, собственно, понадобятся как раз. А на хаша я хочу попробовать успеть. Нет, блин, нахрена я наверх пошел, если я знаю, что там уже больше ничего не будет. А-а-а, идиот. Так, ладно, погнали тогда направо. Сера, которая еще обрамляется лазером, она очень прикольно выглядит. Так, не здесь, что, внизу, что ли? Что-то меня как-то не поперло здесь. Это не поперло, да, реально внизу. А здесь должна быть, нет, вру, не должна там быть ничего. Конквест, привет! Пока. О, синтол, хорош. А, нет. Церемониал роб, да. И вавилонская блудница, да, почему бы и нет. Гвоздь, я бы гвоздь взял себе на реген хп, но я тогда сдохну. Поэтому как бы нет. Какая гвоздик в мире, согласно одному сайту. Что там был за круг у дьявола, я не понял. Это круг, когда тебе наносится урон, из тебя появляется, я извиняюсь, сперматозоид, потому что по-другому это не скажешь, а, орбиталка, и наносит урон врагам, собственно, вокруг тебя. Но я его не использую, потому что мне не нравится этот артефакт. Вау. Вовремя я отошел, вовремя. Что-то я своим хп, на самом деле, очень сильно много рискую. Я понял, что так... Наверное, так не надо делать, но я не могу этого не делать, потому что, блин, это прикольно. Наверное, не надо своим хп рисковать вот так вот попусту, потому что у меня всего 3 сердечка осталось. Но, блин, ну, ничего с собой не могу делать. Рисковый парень. Так, секретушка. Мешок с неизвестным, почему бы нет? Мешок с неизвестным, возможно, будет хорош. Так, теперь, значит, куда мы идем? Вниз и направо, и вниз. Так, еще батарейка, хорош. Золотой ключ. Так, вниз. Оп. И оп. И направо. Да, угадал, найс. Так, а теперь вопрос к зародышу. Тирзап. Одиночный, окей. Тихо. Мне без урона пройти его? Есть, хорош. Оп. Что? Это что за... А, это шлема отбила выстрел от меня. Это хорошо, это полезная шлема. А, голова Гапи очень хочется, но не могу себе позволить. Эх. Очень хочется, но я ничего не могу себе позволить. Так, и я бы на самом деле пошел бы вниз бы. А, стоп. Может, теперь я регенку смогу позволить? Да не, ну и нафиг, погнали. Почти близко, но только вообще далеко. Успеешь, не успеешь же на хаш. Почему? До 30 минуты уже, да брось. До 30 минуты сюда не успеть, да бред. Так, еще одно вечное сердечко. Это мое хпшко. Оу, я нашел, на что можно D6 сменить. Хм. Любопытно. Реально любопытно. А у меня D6 заряжен? Нет. Тем более. Так, горшочек, не вари. Я тебя прошу уже. Хотя у меня золотой ключ. Не, нормально, вари. Угу. Вари, вари, ясно, чтобы не погасло. Блин. Еще лут. Оп,
Еще лут. Оп. По-моему, я первый раз в жизни встречаю такой сундук, который, ну, упорно не хочет сдаваться. Реально, этот сундук просто не знает слова «нет». Перестань давать вещи. Нет. Блин, сам себя в лужку загадал. Так, Fanny Pack, where are you going, Fanny Pack? Так, ладно. Вот теперь точно остановимся на гапе. И выжжен руна. Так, это руна. Ладно, горшочек варить перестал. Я, по-моему, не зашел во вторую сокровищницу. Я, блин, молодец. Я реально не зашел во вторую сокровищницу. Эх, давай. На нахрен тебе урон с угля. А, мне же урон от него не наносится, точняк. Я же иммунен ко взрывам, поэтому мне урон не наносится. А я и забыл совсем. Спектральные слезы. О, слушай, много рун. Ну-ка, бланк руна. Петро, найс. Петро прокнул. Крашт, хрень. Вижен, хрень. Петро, классно, поезд, хрень. Такс. Петро, Лазарес Рекс, окей. Вижен, бланк руна. Погнали. Так, мне вниз надо. Да. У меня в этот момент 12 сердец было красных. Серьезно? Шаг этот сундук конечный. Я его минуты 3 стоял, открывал. Я понял. Окей. Так, мне не сюда. Тут тоже ничего интересного не будет. О, а вот здесь вот уже интересненько. Ну-ка. Тут. Почему я не использую пробел? Че я туплю-то так? У меня же есть ультимативный пробел. О! О! Окей, хпшка. Каким раком у тебя 12 сердец на этот момент было? У меня такой вопрос сейчас возник. Как? Я не встретил столько хп-апов, чтобы у меня было 12 сердец. Как? Ты че, рерол взял? Ты взял D100, что ли? Или нет? Флат, ты с D100 проходил игру или нет? О, голова гапи, найс. Я 2 из 3 гапи, по-моему, уже. Взял бы тогда гапи, рискнул остаться с одним сердцем, было бы офигенно. Хотя тут большой вопрос, офигенно ли было ли. Возможно, я бы просто умер. Так, ладно. На самом деле, блин, какого хрена? Я хочу тогда все зачистить. Здесь высокий шанс появления красных сундуков. А красный сундук значит гапи, а гапи значит имба серый. Поэтому почему бы жопа? Дважды. Слушай, просто так взял и потерял 2 хп. Просто так, потому что. Реально, это вот... Это очень неудачное стечение обстоятельств. О-о-о-о. Вот примерно такое же, да. Здрасте. Дайте мне хп, пожалуйста. Спасибо. Так, окей. Погнали дальше. Регенится за счет сатаник Библии я не хочу. Долго, банально. У меня Малаган, в принципе, неплохо работает. То есть, даже учитывая, что я не гапи, у меня мух спаунит Малаган. Гапи для бедных, который. Так. Life Aid — это 2 серых сердечка. Это на самый накраняк. Если мне внезапно хп понадобится, это будет топ-чеж. Это был хаш? Да, это был хаш. Мало урона плюс реролы. Ага. Итого тройной фетус, ни хрена себе. Потерял 2 хп и промазал в упор серый по костру. Бе-бе-бе. Блин, вот когда ты знаешь, когда так получается, я горюю. А когда ты вот это говоришь, ты это читаешь вслух и понимаешь, насколько, блин, это глупо было. О-хо-хо, Steam Sale, привет. Очень вовремя. Так, вот это вот дитё нафиг не надо. Хотя, нет, давай будем откровенны. Я хочу взять Steam Sale, потому что он прикольный. Я хочу окончить игру со Steam Sale. Да, нафиг не нужен вообще, но я хочу с ним окончить игру, потому что он прикольный. Но его я, блин, не брошу, потому что он хороший. Я вам, кстати, напоследок стишок, пожалуй, зачитаю. Он будет немного... Или не будет...
я подумаю. Вот, ладно. Короче, ну, в конце стишочек все-таки надо зачитать, потому что он прикольный. Недавно на Пикабу я его снова выкладывал. Там в комментах к одному видео надо было. И, собственно, блин, вспомнил. Хочу с вами поделиться. Про Машу, которая много чего потеряла. Так, ну чё, здорово, Сатанян. Оп. Ж-ж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 -о. Такс. Сатанян! Я, кстати, где-то здесь такую позицию находил, где он только бьет руками. Серый, но я при этом могу его бить. Это была очень прикольная позиция, честно говоря. А, он же мне никакой урон не наносит своей ногой. У меня же защита от взрывов. О чем я вообще? Что-то как-то изи, что ли. Такс. ХПшка, погнали дальше. Ищи цемент. На. Ты простой кик, ты просто простой как апельсин. Я не знаю, ищи цемент. Ладно, сейчас пойду с лопатой во двор искать цемент. Мэтт, ну ты бы еще что-нибудь добавил туда, да? Ну чё ж ты? Чё ж мелочиться-то, ё-моё? Такс. Неплохо. Блин, надо было бланк-руну использовать, она же Петро может быть. Такс. Чё у нас есть? У нас есть босс, который будет вон там. Опс. Ну она казалась Петро, да. У нас босс есть, который есть вон там вот. Я на него, собственно, приду. Ай. Так, нет. Вот почечный камень я точно брать не буду. Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошо, что вирус взял, а? Вот вирус полезный сейчас, а не как всегда. Так, это что такое? Терстай. Steam Sale не зря взял, кстати говоря. Если бы здесь было что-то полезное, а у меня не было бы 99 монет, я бы это смог купить, потому что Steam Sale, да. Так, это рыбки. Не, это рак, это не рыбки. Блин. Всегда думают все, что это рыбки, но на самом деле это раком. Ну, в смысле, просто рак. Так. Па-па-па-ра. Блин, тряхнит плюс дай дизлонглэк. Ну, совсем офигели. Минус раз, минус два. Найс. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Контакты мамины, ну-ка. Блин, ролл не позволяет. Feeling loved. Залавяз. Ху-ху-ху! Попрошайки еще, офигеть. Стоп, каждый из этих попрошайк может дать мне артефакт. Магнитный... О, гвоздики! Найс. Серафим? Не. Так, ну чё, здорово, ламба. Жопа та ещё. Ламб здесь ужасно мощный. Не такой мощный, каким мог бы быть, но все равно ужасно мощный. И видите, я с двух залпов даже ангела не убил. Это так, чтобы вы понимали, насколько здесь жопа. Да, по бокам тоже вставать как бы нельзя, потому что по бокам вас стреляют. Сейчас у нее тельце отделится, у нее будет башка и тело. Тело сделает темно и страшно, а башка будет, зараза, серый делать. Да. А я тебя бомбил. У меня кусок шерсти Гапи меня защищает сейчас. Даже не так. Меня защищает только кусок шерсти Гапи сейчас. К сожалению, он не защищает от серы. Все, найс. Но это еще не все вообще. Сейчас мне надо вернуться и надрать жопу мега-сатане. Но для этого мне нужна еще одна зарядка на мой тара-та-та-та. Понятно, блин. Там искать. Оу, даблстейн. Это немного не то, чем я хотел заряжать, собственно, Time is Head, ну да ладно. Окей.
Блин, урон получаю, вот в чем. А не, нет! Так. Ну, удачи мне, что ли. Апельсин не такой же простой, он кислый. А кислый не значит сложно, ты знаешь. Но у меня, собственно, 33 тысячи очков где-то будет, да? Я не помню, сколько за мега-сатану получаешь, поэтому я не буду говорить, сколько у меня очков будет в итоге. Я банально не знаю. Но вот у меня, вот у Флата в районе 45 тысяч, у меня будет в районе... 30, я не знаю... 32, 33... Не, уже 33. 34, 35. Хотя, если урона получать, то будет еще меньше. Это факт. Ой. Ни хрена, каждый полученный урон это минус 100 очков. Воу. Зато сейчас все такие медленные, кроме бомб. Все такие улыбаются и машут мне. А вот с ангелами как раз будет все самое... А, не, он окаменел, нормально. Такс. А, нет, показалось, не умер. Вот, теперь умер. Давай, Гапи, бомби его. У меня, кстати, почти 30 урона. 29,90 урона. Только у нас, только для вас. Только в нашем Гапи-магазине. 29,90. И все. 29,90 это все, что вам надо ради того, чтобы убивать врагов. Музыка классная. Ну, вроде 6666. А, ну тогда окей. Ну, значит, у меня будет 32. Сейчас посмотрим, сколько в конце будет. 32700, наверное. Я, по идее, урон от него не должен на этой стадии получить, да? Он не стреляет серо в этой стадии. Поэтому мне будет 32700. У тебя 45. Ну, понятное дело, да? У меня тогда 30... Если 6600, тогда у меня 38к. 39. Ну, это уже неплохо. Это, блин, как-то не так противно. ГГ. Хороший сид. Просто великолепно.